Да прославить Иисуса Христа сегодня. Велик Бог. Нашего великого Бога. Той не сравним со с никого. Он не сравним ни с кем. Както на много хора той върна живота, така и мой живот го върна отново. Как много людей он вернул к жизни, так и мою жизнь когда-то вернул. Затова искам да благодаря на Иисус. Поэтому я хочу благодарить сегодня Иисуса Христа. И обещавам, че винаги ще го хваля. И обещаю, что буду всегда воздавать ему хвалу. Защото в много труден момент. Потому что в очень трудный момент. Той слуша моята молитва. Он услышал мою молитву. Ще разкаже един случай, който се случи с меня. Хочу рассказать вам один случай, который произошел со мной. Бях на лозе и одно малко животинче, което се казва на български кърлиш, ме ухапа. Была на виноградной лозе и один клещ меня укусил. Аз не отдадох значение. Я не придала этому значения. На това, но след един месец станах много зле. Но спустя один месяц мне стало очень плохо. Брат ми ме заведе в болницата, приличния лекар. Мой брат отвез меня к моему личному врачу, доктору. Да, но той ми сложи една система и отново се върнах в къщи. Мне прокапали одну капельницу и опять вернули меня домой. След обяда станах много зле. После обеда мне стало очень плохо. При вечер синът ми се върна от работа. Вечером мой сын вернулся после работы. И видя колко съм зле, почнах да се губя. И увидел, насколько мне очень плохо, что да. Реально, что теряем. Да. И се обади добър за помощ. И он позвонил в скорую помощь. Дойде доктор Маркова и още като ме погледна, каза, ти развиваш марсилска треска. Пришла доктор Майкова и посмотрела на меня и сказала о том, что у тебя развивается мурсальское заболевание. Трябва да заминеш в Добрич или Варна. Тебе необходимо отправиться в Добрич или Варну в больницу. Ти утре няма да бъдеш жива, ако не отидешь. Если ты не поедешь, то завтра ты можешь уже реально умереть. И наистина сина ми тръгна посред нощ. И прямо среди ночи я поехала. Аз не помня през цялото пътуване нищо. Изпаднах в кома. Во время путешествия я ничего не помнил, я находилась в бессознательном положении, состоянии. И когато стигнах ми в Добрич, го запитах, къде сме сега и кога пристигнах ми. И когда я прибыла в Добрич, спросили, где и когда вы прибыли. Ти не помниш ли нищо, каза сина ми. Викам, нищо не помня. Аз през цялото време спах. Да, сын спросил, ты разве ничего не помнишь? Я сказал, я ничего не помню, я находилась в таком состоянии. Приехам в болницата. Приняли больницу. Като много тяжек случай. Как тяжелый, очень тяжелый случай. Това разбрах от прегледа на лекарите и които ме лекуваха. Это я поняла от своего лечащего врача, который меня взялся лечить. Бях ми три от същия случай, но аз бях най-тежкия. Было всего три случая подобных с лихорадкой, с мурсальской, но я была самая тяжелая. На шестой день лекарка, която мина на визитация, ме запита как си. Врач, которая пришла ко мне меня посетить и осмотреть, спросила, как я. Казах, имам температура още. Я сказал, что у меня еще есть температура. И тя ми каза, ты знаешь, как дойде. И она сказала, ты знаешь, как это пришло к тебе? Аз казах, да, и наведах глава. Наистина бях тяжек случай. Я сказала, да, и моя голова склонилась, потому что реально случай был очень тяжелый. И така предстоях 11 дена в болницата. И так я простояла 11 дней в больнице. Всички други ги изписаха, аз предстоях през тези дни. Всех других уже выписали, я все еще стояла там эти дни. И на 11 ден сина ми дойде и ме прибра. И на 11 день сын приехал и забрал меня. Благодаря, че изслушахте моя случай.
Я благодарю, что вы выслушали мой случай. И с това аз засилях вярата си и вас съветвам, вярвайте в Исус. Исус помага на всички. Слава да бъде на Исус. После этого случая моя вера укрепилась, и я узнал о том, что Иисус реально помогает. Той заслужава да бъде благославен. Он заслуживает самой большой славы и хвалы. И пред вас аз благодаря и перед на вами Иисус я хочу воздать благодарность за живота, който ми даде. За ту жизнь, да, Иисус не исках да оставим сина ми сам. Я не хотел оставлять своего сына одного, и Бог... Той е без баща, и аз като си отида, кой ще го подкрепя? Да, сын без отца, и я не хотел его оставлять одного. Слава да бъде на Иисус. Слава нашему Господу Иисусу. Благодаря тебе, Иисус. Спасибо. Благодарю.